Всем привет, и это я, Бига, страна Алмата, и мы купили новых кукол Monster High. Дракулауру с вещами и моих 5 новых кукол. А, 6 моих новых кукол. Сейчас я вам их покажу. Это значок Monster High, который к ним давался. Вот. Вот такие все мои куклы. Сейчас, это Сей Купит, потом Лагуна, Дракулаура, Дженнифер Лонг, потом Мелодия, Таралай, Пурсифона, и это базовая линия, а та была Рок-н-ролл. Это базовая Клео, базовая Клодин, базовая Фрэнки, базовая Дракулаура. К ним давались вот такие вещички. Они были одеты в отстойную одежду. И вот мы еще что купили. Вот такие вот наклеечки. И сейчас покажу оригиналок. Вот. Вот. К ним давалась вот такая вот одежка. Такой вот шкафчик. Тут открывается. Вот. Сзади. Вот. Тут я положил разные одежды. Но я вам не буду перечислять. Пишите в комментариях, мне объяснять про эти одежды или нет. Просто времени не хватает. Вот сейчас. И вот. Вот. Ну, там она плохо открывается. Сейчас я застегну. И вот мы купили такой значок. Там нарисованы персонажи. Это Клео, Лагуна, Дракулаура, Фрэнки и Клодин. И еще мы расклеили тут уже наклейки. Вот, вот тут. Это Дракулаура Тетайрт. Клод, Клодин. Там, наверху. И вот Клео. Это сейчас вся коллекция. Спасибо за просмотр этого видео. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Пока!